Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции», Paradise Alanya. Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар, нашел очень хорошее 2 плюс 1, срочная продажа. Проект был сдан в 2014 году. Вся полезная площадь в этой квартире минимум 110 квадратных метров нетто. Гостиная совмещена с кухней, где-то здесь 30, минимум 30 квадратных метров, может быть 35-37, не могу сейчас отмерить. Два балкона, два санузла, еще есть отдельная кладовка, средний этаж. Расстояние отсюда до моря максимум 950 метров. Это первый балкон, который можно застеклить. Видят две стороны, юго-восточная сторона и восточная сторона. Открыта парковка снаружи, есть большой бассейн, ухоженная территория, зона беседки, зона барбекю. Вот. Пройдемте сейчас сюда. Холодильник фирмы БК. Как красиво все. Стиральная машинка тоже БК. Ну, вся бытовая техника фирмы БК. Айдат проекта 300 лир. Как говорится, есть сауна, которая работает, фитнес. И еще хамам добавок. Вышел я из гостиной в лоджии. Холл. Вот. Хорошая, как сказать, холл. Здесь как минимум 8 квадратных метров. Полезная площадь. Так, начнем отсюда. Это первая спальня, детская, скажем. Кондиционер Mitsubishi Electric, инверторная. Редко увидишь Mitsubishi. Здесь второй балкон. Вид на горы. Вид у вас не закроется. Вот видите, ухоженная территория. Я еще потом выйду на балкон с другой комнаты. Вот балкон большой. Здесь кладовка. В этой квартире вот три санузла. Один санузел это Алатурка. Они поменяли, сделали кладовку, закрыли вообще. Угу. Здесь санузел. Большой санузел. Минимум 7 квадратных метров. И вторая спальня. Спальня, полезная площадь, здесь 15 квадратных метров. Так. Ну, эти мышлятики. Качурник, их мурмурик. Мурмурик. Бурь-бурь-бурь-бурь. Откусит сейчас. Так, здесь душевая кабинка. Вот. Угу. Форточка тоже есть. Восточная сторона, вид на горы из спальни. Выйдем-ка мы к балкону. Тоже Mitsubishi кондиционер. Если не закрыли. Москитная сетка. Так, балкончик. Второй. Ухоженная территория. Я еще спущусь вниз, там зона барбекю, беседка, мини-лес. Смотрите, какие красивые цветы. Так, в этой стороне душевая. Лифт, проект 14 лет. То есть проект 2014 года, дорогие зрители. Вышел я из лифта, есть два входа и выхода. Отсюда к бассейну можем выходить. Видеонаблюдение. Там открыта парковка снаружи.
Тут сауна. Из одной сауны сделали комнату видеонаблюдения. Здесь сауна работает. Вот написано время с 7 до 9 по субботам. По субботам. Айдат, еще раз говорю, 300 лир, фитнес. И там раздевалки есть. Сейчас спущусь. Здесь открытая парковка. Мы уполномоченная компания за квартиру, так что звоните. Охранник у нас тут маленький. Да. Так. Не кусается. Сладкая такая, милая собачка. Овчарка. Так. Вот видите, огромный бассейн. Вот фасад здания. Расстояние до моря максимум 950 метров до воды. Тебя тоже сниму, давай. Да. Так, давай, давай, танцуй, танцуй, танцуй. Ага, цветочки, авокадо. Кто не видел авокадо, прямо на лодке. Вот он. Фруктовый. Деревья еще есть. Итак, дорогие зрители, смотрим. Срочная продажа. Редкая цена. Зона беседка. Беседки. Здесь раковинка. Тут зона барбекю. Вот зона барбекю. Самоварчик тоже есть. Итак. Цена, дорогие зрители, 116 тысяч евро. Район Махмутлар. ВНЖ здесь пока не получить. Так что думайте. Очень хороший вариант и очень хорошая цена. Жду вас. Вас в Анках. Плюс 90 555 064 91 10. Всем бай-бай. Чао-чао.